Али приехал в Брест из Ирана 14 лет назад. Здесь женился, родились дети. Беларусь любит за спокойствие и порядок на улицах. Убежден, немалый вклад в это вносят правоохранители, а потому к подобным визитам относится с пониманием, хотя сам законы и не нарушает. В принципе, считаю, что проверки, которые устраивает ваше государство, это нужно для спокойствия страны. И, в принципе, не нужно нарушать правила жителей Беларуси. Специалисты отдела по гражданству и миграции подобные рейды по проверке иностранных граждан проводят регулярно. Направлены мероприятия в первую очередь на профилактику правонарушений. К сожалению, далеко не все иностранцы уважают и соблюдают законы нашей страны, но такое отношение не остается безнаказанным. За истекший период 2017 года привлечено к административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории Республики Беларусь 45 иностранных граждан. За нарушение режима въезда на территорию Республики Беларусь иностранных граждан, ранее депортированных, привлечено к уголовной ответственности также 3 иностранных гражданина. В нашей стране иностранцы могут временно пребывать до 3 месяцев, временно проживать до года и иметь разрешение на постоянное проживание. В Московском районе областного центра зарегистрировано более 4000 человек с видом на жительство. В основном это граждане России и Украины. Что касается иностранных граждан, проживающих по видам на жительство, это наши соседи, граждане Российской Федерации, граждане Украины, граждане Грузии, Армении, Азербайджана, также есть из дальнего зарубежья, граждане Германии, Венгрии. У нас очень большой список иностранных граждан, которые зарегистрированы на территории Московского района. Немало иностранцев приезжают в Беларусь для получения образования. Сегодня на территории Московского района их проживает более 600. Конечно, повышенное внимание к ним со стороны правоохранителей имеет больше превентивный характер. Однако вместе с тем и стимулирует соблюдать законы Республики Беларусь. Ведь не зря существует народная мудрость о том, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.